Всем привет, с вами Кристалл, мы продолжаем играть в разные флешки, и сегодня будем играть в игру под названием Warm Food. Эта игра у нас мини-клип Everd Game, поэтому она офигительная, сразу же можно это понять. Ну, мы что-то уже подобное играли, но оно не настолько было классное. Вообще где-то еще на начале того, как я начал снимать про флешки, я снимал тоже игру про червя, классную. Но с этой она не сравнится, тут более классная графика, Нейтрон, кстати, всегда делает очень здоровскую графику, такую пиксельную, приятную очень. Поэтому, если увидите игры от Нейтрона, играть обязательно, они все классные. Так. Наверное, сейчас запутал немножко людей. Я игру сделал Нейтрон, а что-то типа издателя, мини-клип. Вот так вот. Потому что сверху написано мини-клип, можно запутаться, наверное. Так, ладно, давайте жрать людей! У нас, кстати, такая пасть огромная у этого червя вообще просто. Воу! Я съел тарелочку, вкусняшка, еще съел голубя, кажись. Тоже ничего. Но самое главное, мы оставили на потом, человеченка. Так, ну что, еще. Опять какие-то... Что-то... А, это где-то правда, птички были, я сначала, потому что тарелочка. Или правда тарелочку-то я съел какую-то. Хрен его знает, что я там ем. Явно что-то неполезное. Так. Ну, где ты? О, все, левел комплит. Это было довольно тяжело съесть последнего человечка. У нас еще был на пробел какой-то бонус, который я, кстати, только сейчас заметил. Воу! Ого, мы даже плавать умеем. Вот это что-то новое, слушайте, вообще прям супер. Так. Тяжело рыбачить, ребята. Очень тяжело червем рыбачить. И рыбачить червями. Так. А выше что-то есть? Я могу? А, так там выше целая деревня. Ё-моё, я думал-то... А то я по карте что-то смотрю, думаю, как-то мало. И не накапливается ничего у нас. Воп! Воп! Нет. Было бы классно, если бы можно было червём там... обрушить что-нибудь там, прокопать так землю, вот. И чтобы этот кусок земли потом упал и всех бы раздавило там. Потом я мог бы... схавать уже то, что раздавило, и было бы отлично. Так, я до сих пор не накопил тот бонус, который хочу попробовать. Что же он нам даст в итоге-то? Так, оп, домик, вкусный домик. Ничего так построили. Так. Оп. А, как же мне не нравится вот это вот именно падение, что мне надо падать и потом прыгать, съедать. Прыгать, падать, съедать, прыгать, падать. Ух ты, почти накопили полосочку. Сейчас посмотрим, что это такое. У меня еще 20 секунд. Я надеюсь, за них успею хотя бы попробовать. А! Эту полосочку использовать. Да ё-моё! Мне осталось мало времени, кушай скорей. Еще одного человечка. Давай. А, левел... Это... Или время закончилось? Нет, время... Я могу просто на пробел закончить уровень раньше времени? Я думал, это какая-то суперспособность будет, а это просто закончить раньше времени. Да ладно, это ж скучно. Могли бы сделать невозможность там летать и стрелять лазерами. Почему бы и нет? По-моему, офигительная возможность для червя, тем более такого странного. Видно, что он с другой планеты. И пришел сюда всего лишь покушать. Люди это немножко не понимают и не хотят ему помогать, и бегают от него. Странные какие-то. Ладно, скушаем костерчик. Прогреем все, что внутри скопилось. Юп. Эй, камушки вкусные, спасибо. А то я под землей, видимо, камней не наглотался. Надо сожрать именно статую. Как же без этого? Так, оп. Дерево. Нам нужен салатик. Салатик, отлично. Оу, я надеюсь, не могу разбиться в это здесь. Или могу? Я могу разбиться! Я ж не знал! Черт! Это было глупо довольно. Так, а если я здесь буду падать, я тоже могу разбиться? Это очень неприятное место, очень тяжелый уровень, если я должен еще и не упасть. Черт побери. Да, это очень-очень жесткое. Так, давай, кушай. Я какого-то духа съел, честно говоря. Только что, и... Не знаю. К
чему это может привести. Я никогда духов не кушал, но, наверное, это не очень приятно. Да! Девочка, прыгай ко мне в рот. Стоп, это была не девочка. Ну ладно. Со всеми жизни случаются ошибки. Либо у нее очень мужской голос, когда она кричит. О! Так было. Так, ладно, пора на другой остров. Берем разгон, 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 разгон. Нашел парень, построил себе домик на дереве, блин, шикарно он там решил пожить. А ничего, что, в принципе, там его дом могло спокойно бы снести там ветром, а то как-то не очень выглядит, что это неразрушимая конструкция. Ай, ай, ай! Ух. Давай ешь его! Ешь! Ешь все! Еще одного! Вон, вон, вон он, вон он, вон он, вон он, вон он, вон он! Блин, еще кого-то съесть. Все. Если я не буду нажимать, то все будет нормально. Да, то есть мне главное дойти до полосочки и успеть. Но я ровно только в это время укладываюсь, которое там дают. Вот прямо тютелька в тютельку. Да. Так, что-то против меня, кажется, придумали. Сейчас посмотрим. Ага, вот, кажется... Вот эта штука меня, мне урон наносит. Да-да-да, вот это шипы, которые мне наносят урон. Все-таки придумали, как справиться с червяком. Не знаю, как они еще все не передохли после моих двух заходов. Понять, что этот червь не убиваем. Просто поклоняйтесь ему, отдавайте ему все свои кости, мясо и так далее. Иначе вас ждет... Хотя, впрочем, вас в любом случае ждет, что я вас сожру. Просто это будет в разных, в разной скорости. Либо я съем по-быстрому, либо вы помучаетесь немножко. Так. О, господи, как вот я ненавижу в уровнях, когда надо вот так скакать. О, лайк ему также не нравится вот так вот скакать. Когда прыгнул, прыгнул, возвращайся. Прыгнул, прыгнул, возвращайся. Лучше просто побегать, покрушить, поломать там всю хаос устроить полный. А не... Ай, 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 ай! Насадили, блин, червя. Так. Ух ты, я съел того доктора, Вича доктора. Так, сейчас надо будет. О, кстати, можно классную штуку было сделать. Я только сейчас заметил, что он так где. Эй, да ладно, такую скорость не набирает. Или мне надо вот прям вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот бум, он разворачивается и прыгает сейчас. О, yes, дотянулся, дотянулся, еще до вот этого дотянулся. Еще можно кого-нибудь? Ну, пожалуйста. Ребята, костер у вас вкусный. Ладно, все, хватит. Что там еще? Подводный левел. Нехрен рыбачить. Че, червей? В качестве наживки использовали. Ошибка ваша, ошибка. Я пришел мстить за всех моих братьев. Вот нехрен, нехрен было так делать. Теперь всю жизнь жалеть будете. Оп. Хотя, если подумать, это, наверное, разные черви, а то он больно быстро в разных локациях оказывается. Если я был в той локации, где-то на воздушном этом острове или что-то в этом роде, то там такого ведь не было, что... Так. Я только, кстати, сейчас обратил внимание, что если рыбок есть, то плевать, эта полосочка вообще не двигается, надо именно есть этих... людишек. Так, надо разгон взять сейчас и воткнуться в остров. Эй, камень, черт! Облом. Как зубы пообломали. Да ё-моё! Хреновое место. Опять надо разгоняться, разгоняться. Вот. Да ё-моё! Давай сейчас хоп. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. И отлично, все вгрызлись. Супер. Я иду к вам! В гости! Подарки мне. О, хороший подарок. Так. Да, за разрушение статуи тоже ничего не дают, это просто очки по фану такие получаются. Главное, есть вот этих вот ребята, которые как монетка на карте изображены. А на остальных плевать. Остальных... На дома, то есть, плевать на все это вот это дело, это просто так. Очки набираем. Прыгайте ко мне в рот! Там, возможно, бутерброд. Так. Ой-ой-ой-ой-ой.
Так, вот этого съедим тогда. Да не этот камень, а вот тех ребят хотел я съесть. Так, ладно, разгон сейчас возьмем. Жить. Разворот, разворот. Так, хоп, втыкаемся. И там наверху должны были еще ребята быть, по-моему, да? Да, здравствуйте! Воу, это было неправильно. Так, где он, где он, где он? А, благодарю тебя за твой... А, черт! Если я сейчас успею этого съесть... Нет, я не успел, я сдох. Черт побери. А, ну ладно. Вот такая вот игрушка, классная, обязательно поиграйте. В описании ссылка. А, так что в любой момент можете поиграть. Если вы не видели флешки, которыми играли до этого, Unity игры, то в описании есть плейлист. Я сделал описание более удобным, так что теперь должно быть поприятнее вам. Да, все. Всем удачи, всем спасибо за просмотр, всем пока и лайки не забудьте.